Монета 1 рубль 2019 года. Российская Федерация. Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал, цифра 1. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Рубль». Слева внизу и справа растительный орнамент. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, соотношение сторон медальное. В центре поля монеты отчеканен герб Российской Федерации, утвержденный 30 ноября 1993 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного. И в царской геральдике символизировали три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. В правой лапе орла скипетр, в левой державы, символы государственной власти. Под геральдически левой лапой орла, то есть правой со стороны наблюдателя, отчеканены мелкие стилизованные буквы ММД, знак московского монетного двора. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название эмитента, надпись «Банк России». В самом низу указан год чеканки, дата 2019. Над орлом полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись «Российская Федерация». Слева и справа находятся по два сдвоенных ромба. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 110 рифлений. Изготовлена монета из стали с никелевым покрытием. Магнитными свойствами обладает, липнет к магниту. Весит монета 3 грамма, диаметр 20,5 мм, толщина 1,5 мм. Чеканили монету на Московском монетном дворе, тираж неизвестен. Средняя цена монеты рядового чекана 1 рубль. Есть еще одна разновидность, стоимость также 1 рубль. И разновидность, которая стоит дороже, ценой 300 рублей. Различаются разновидности по вот этой монограмме Московского монетного двора. Толще или тоньше монограмма и приподнята или опущена по отношению к лапе орла. Вот перед вами три сравнительных рисунка. Отличие по расположению монограммы Московского монетного двора. Вот слева обычная монета. Знак монограммы толстый. По сравнению вот с этими рисунками видно. Такая монета стоит рубль. Штамп Б. Такая монета тоже стоит рубль. Знак монограммы тонкий, но приспущен по отношению к лапе орла. И, наконец, штамп В. Вот эта монета стоит 300 рублей. Монограмма тонкая и приподнята к лапе орла и чуть смещена вправо. Запомните, вот с таким признаком монета стоит 300 рублей. Ну, такой монетный брак, раскол штемпеля, стоит в пределах 100 рублей. Вот еще полный раскол аверса перед вами. Ну и изменение соотношения аверса и реверса. Такой монетный брак также стоит в пределах 100 рублей.